этот инструмент называется. Дякую. Спасибо. Этот инструмент называется хэндпан. Хэнд по-английски рука. Пан – это музыкальный стальной барабан с островов Тринидад и Тобаго. Есть такие острова. Это национальный музыкальный инструмент, который существует там уже около 100 лет. Представляет собой такой металлический котел с вмятинами. Может быть, вы его видели, но я уверен, что вы все его слышали. Он часто используется в островной веселой музыке, калипсо, различных островных стилях, танцевальной музыке. И, в принципе, все, кто когда-то смотрел фильмы с веселыми там островами, то на заднем фоне всегда звучит стилпан или стилпен. Этот инструмент, предок данного инструмента, хэндпан, изобретен 15 лет назад в Швейцарии. В 2000 году двумя, можно сказать, музыкантами, но, скорее всего, просто людьми, которые изобретали и делали различные музыкальные инструменты. Первый инструмент назывался ханг или хэнг. Этот инструмент появился в 2000 году и был, так сказать, инструментом-симбиоником, так как в нем воплотились различные акустические интересные свойства от разных-разных инструментов. Основным предком, как я и сказал, является тринидадский стилпан. Но также здесь использованы, являются предками тибетские чаши, которые тоже здесь представлены на фестивале. Я думаю, вы знаете, что это такое. Это такая металлическая чаша, по которой палочкой водят, знаете, да? Вот. Также гонг, китайские гонги, такие большие плоские штуки, и кто-то вот ударяет в них, и такой звук. Вот. Он тоже является... Таня будет меня останавливать, потому что я могу говорить очень долго. Вот. Так или иначе, инструмент появился, и предками являются многие инструменты мира. Этот инструмент в процессе своего развития претерпевал несколько, так сказать, поколений. Его делают во многих странах мира, в том числе и Украина. Вот. И в данном случае этот инструмент делается в Харькове. Он называется «Омана». Его название, и он является, грубо говоря, хэндпаном из Украины. То есть это, грубо говоря, наш украинский инструмент. Украинский. Вот. Мы еще поиграем, да? Хорошо.
Инструмент относится к разряду перкуссионных, играется руками, пальчиками. Это не совсем ударный инструмент. Если вы видите, мы играем чрезвычайно аккуратно, хотя он металлический. При сильной подаче, при игре как на барабане, он быстро расстроится. Вот, поэтому игра руками, фалангами пальцев, быстрая и резкое прикосновение, ну, в том числе и легкое, как будто вы сбиваете росу с листиков. Инструмент имеет от 7 до 9 нот. Ноты – это вот эти выемки на инструменте. В зависимости от вида инструмента, мастера и его размера,
они бывают разные, но так или иначе, одна выемка – это одна нота. В данном случае мы играем на 9-10-нотных хэндпанах. Ноты расположены лесенкой. В принципе, если сравнивать этот инструмент с другими, там гитара, фортепиано и так далее, этот инструмент достаточно ограниченный. Вот. Но в том, в принципе, и прелесть подобного инструмента, потому что своей ограниченности он целостен. Он как бы вещь в себе. Ну и сама структура его звука, сам звук чрезвычайно сложен. Здесь в каждой ноте 3 тона. Основной тон и 2 полутона. Можно играть полутона. Поэтому влияние его на человеческий мозг, на психику, с одной стороны, весьма, ну, полностью не изучено, потому что 15 лет всего эволюции всего инструмента в планетарных масштабах. Во-вторых, оно воспринимается психикой человека как что-то природное, что-то очень близкое. Многие сравнивают его с журчанием ручейка, инструментами типа арфы, какими-то легкими мелодичными инструментами. Вот. Поэтому, как я сказал, его влияние не изучено, но многие считают его влияние позитивным для человека, гармонизирующим, успокаивающим, релаксирующим и в целом благостным. В принципе, я думаю, что после нашей хэндпан-медитации вы сами на себя ощутите это влияние, и я был бы благодарен, если вы мне скажете, ну, потом подойдя ко мне, какое влияние на вас он произвел, потому что на самом-то деле мне очень интересно, какое же все-таки влияние данный инструмент имеет на человеческий организм. Спасибо.
Сейчас мы кое-что сыграем. Кто поймет, тот молодец. Спасибо. Тань, может, ты что-то скажешь? Я без микрофона. Хорошо. Что сказать? Я не знаю, что сказать. Нет слов. Хорошо. В общем, тогда я скажу. Я скажу, что в принципе, точнее, я даже отвечу на тот вопрос, который чаще всего мне задают, ну, или задают нам. Это, точнее, даже два вопроса. Первый вопрос – где купить? Второй вопрос – ну, где купить, сколько стоит? Да-да-да, точно. И второй – это как бы два в одном. А вот еще, сейчас молодой человек, и, может, я отвечу на ваш вопрос. Сложно ли научиться? Отвечаю на первый вопрос. В
2000 году это было достаточно сложно купить, так как делался только один швейцарский ханг, и аналогов в мире не было. На сегодняшний день существует около 80 мастерских на планете, 7 находятся на пределах СНГ, и в принципе какой-то инструмент купить можно. Очень сложно купить инструмент хорошего уровня, то есть хорошо настроенный, хорошо красиво звучащий, ну, качественные, то, что можно вкладывать в понятие качественного инструмента. Второе, цена. Это цены, ну, порядка вот $1000. Вот. И третий вопрос, сложно ли научиться? Несложно. Если у вас есть чувство ритма и, в принципе, какое-то вообще желание научиться. А, вот. Если у вас есть чувство ритма и вы просто хотите научиться, то все получится. Это инструмент, но на нем можно играть как импровизируя просто. Он очень погружает, на нем интересно, его интересно и слушать, и интересно и играть на нем также. Он как бы есть возможность так покопаться где-то там в себя что-то поискать. Да, то есть этот инструмент, он как бы направлен внутрь человека. В этом, может, его и прелесть. Ну и с этой стороны он не особо интересен профессиональным музыкантам, потому что они сразу видят какие-то определенные... Он создан для медитации, у него другие цели. Да, да, да. У вас был вопрос? Да, тут молодец. Вы молодец? Вы не узнали, да? В Ополе березка стояла. Совершенно верно, женщина в третьем ряду. Ну, тут три, тут как бы. Если какие-то еще. А, вот, да. Вы знаете, уже уравновесили. До этого был Вадим. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Вопросы. Раз, два, три. Вопросов больше нет. Хорошо, мы поиграем еще. Я хотел бы сказать, что у нас процесс импровизационный. Вот. Ну, где-то на 80%. То есть мы играем, да, есть какие-то ходы, там заготовочки, но в основном это поток сознания, навеянный атмосферой. А атмосферу, да, атмосферу делаете вы. Поэтому большое вам спасибо. Thank you.
После того, как мы закончим, каждый желающий может подойти, попробовать инструмент. Это не все сразу. Да. У меня только несколько просьб. Первое, как я сказал, инструмент хотя бы и металлический, но стальной. Его очень легко расстроить. Поэтому у меня просьба номер один. Снять с пальцев кольца, браслеты и все, что у вас на пальцах. Металлическое. Спасибо. Второе. Касание легкое. Пальчиками, не кулаком, не ладошкой. Легкое касание по зоне, по звучащей зоне. Когда вы подойдете, я вам покажу. А так, в принципе, и все. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем присутствующим. Было очень хорошо.